когда беда у нас и беда у вас, мне кажется, что это чрезвычайно важно, чтобы мы как-то чувствовали себя солидарными, чувствовали себя близкими друг к другу. И мы собрали, что у нас было на сегодняшний день, посмотрим, как будут развиваться события. Может быть, будет такая возможность, чтобы продолжать. Мне кажется, что просто нельзя закрывать глаза, если что-то серьезного происходит. А мы все хорошо знаем, это враг, которого мы не видим, но который очень хорошо работает, к сожалению. И если у нас будет такой подход, что мы сможем разом солидарно с ним бороться, мне кажется, у нас намного лучшие шансы, чтобы мы победили. Именно совместно победили с этим врагом, которого не видно, но который опасен, к сожалению, что мы видим уже везде. Хочу выразить слова искренней благодарности за действительно добрососедский такой жест, солидарность, которую наша добрая соседка, страна Республика Польша, оказала нам. Ну и, конечно, надеемся на дальнейший успешный диалог. И хочу заверить вас, что вот эта помощь, которая пришла на сегодняшний день, она будет распределена непосредственно в медицинские учреждения, которые на сегодняшний день действительно ведут борьбу с этой, ну, с этим вирусом, коронавирусом, COVID-19, как его ни называли. Все же это заболевание, которое требует внимания. Прибыли медицинские маски, дезинфектанты прибыли, и прибыло лекарство, которое сейчас используется при лечении пневмонии, это хлорокин.